Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Россияне в массовом порядке пытаются избавиться от подержанных легковых автомобилей премиального класса. По данным Авито, число объявлений о продаже таких машин в начале 2023 года выросло в среднем на 60 с лишним процентов, а авто в возрасте до 3 лет – в 2 раза. В первую очередь это касается таких марок, как Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Land Rover, Porsche и Infiniti. Специалисты говорят, что данная ситуация вызвана дефицитом запчастей, а также дороговизной и длительными сроками ремонта. Трасса 101. Чаще всего в аварии попадают водители в возрасте от 18 до 25 лет. Такой вывод сделали страховщики. Вероятность совершить ДТП у них находится на уровне 70%. Для того, чтобы человек освоился за рулем и начал адекватно реагировать на неожиданные ситуации, должно пройти не менее 5 лет. По достижении 30 лет водительского стажа риск оказаться участником дорожно-транспортного происшествия сводится к минимуму. Трасса 101. Ближе к концу весны этого года в Липецке стартует выпуск гибридного кроссовера Evolute iJet. В его основе лежит китайская модель Seres SF5. Уже известна приблизительная цена новинки – 5,5 миллионов рублей. Силовой агрегат паркетника состоит из 1,5-литрового бензинового турбодвигателя и двух электромоторов. Суммарная мощность – почти 650 лошадей. Причем двигатель внутреннего сгорания не связан напрямую с колесами. Он лишь вращает генератор для зарядки батарей. На данный момент отечественный бренд Evolute представлен седаном iPro и кроссовером iJoy. Трасса 101. Российские дилеры начали принимать заказы на новые полноприводные кроссоверы Mazda CX-50, за которые они просят минимум почти 5 миллионов рублей. В США, кстати, машина стоит в 2 с лишним раза дешевле. Модель предлагается с одним из двух бензиновых двигателей мощностью 190 либо 230 лошадиных сил. В стандартное оснащение входят, например, светодиодная оптика, 17-дюймовые диски, климат-контроль. В топе есть проекционный экран, адаптивная оптика, кресло с вентиляцией. Трасса 101. В нашей стране уверенно растут продажи новых электрокаров. В январе 23-го в сравнении с тем же месяцем прошлого года было реализовано почти на треть больше зеленых машин без пробега. Лидер продаж – Volkswagen ID.4. Вообще немецкий бренд занял самую большую долю рынка – почти 25%. На втором месте – Evolute iPro, на третьем – Tesla Model Y. В топ-5 также попали Volkswagen ID.6 и китайский Voya Free. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. Трасса 101.